Всем привет-привет! Сейчас я вам расскажу, как можно приготовить дома вкусный, питательный, легкий соус к любому блюду. Хоть к рыбе, хоть к мясу, к шашлыку, к долме, голубцам. Можно просто так на хлеб. Для этого нам понадобится укропчик. Нашинковали. Надо побольше нашинковать. Огурчик домашний, либо с магазина. Я кожицу срезала. Немного оставила кожицы. Так будет вкуснее. И несколько зубчиков чеснока. Кто хочет поострее, то побольше. Кто хочет понежнее, тот поменьше. Тогда. Сейчас мы это все натрем на терке. И огурчик, и зубчики чесночка. Вот. Это варенье тут малиновое вкусное. Еще и сосед поет. Он у нас певец оперный. Так, ну ладно, будем шинковать. Значит, смотрите, шинкуем мы огурчик. Вот. Вот на такой терке. С вот такими вот отверстиями, да? А зубчик чеснока я буду шинковать вот на такой, более мелкой терке. Вот. Помимо укропа, очень рекомендую, у кого есть возможность, прикупить кинзу. Самое главное, вот кинза. Я ее прям люблю. Сегодня я ее не купила, так как в магазине нету. А июнь, она еще и не выросла. Укропчик вот пошел, а кинза еще пока не выросла. Ну все, трем дальше. Так, дальше. Берем сметану, 500 грамм, любую, какую вы любите. И майонез, чуть-чуть, грамм 100. В общем, кто как любит. Соль можно чуть-чуть по вкусу, маленько. Чуть-чуть. И все это перемешиваем. Очень вкусный соус. Он потом еще сок даст, когда постоит от огурца. Ну вот. Приятного аппетита. Будем дружить. Подписывайтесь. Всем здоровья, счастья, вкусного питания.